работу, за работу его команды, и в целом отметить высокую эффективность усилий Китая у руля нашего объединения. Мы с самого начала поддержали идею Пекина о проведении отдельной встречи министров иностранных дел БРИКС. Считаю важным перед приближающимися контактами наших лидеров в Гамбурге и перед саммитом в Сямэне обсудить острые международные проблемы и кризисы, согласовать наши позиции. И рассчитываю, как сказала только что Майта, что практика проведения таких самостоятельных встреч министров иностранных дел закрепится в работе нашей пятерки. В рамках БРИКС крупнейшие новые экономики продвигают как их общие интересы, так и интересы широкого круга развивающихся стран. Мы добиваемся реформирования устаревшей финансово-экономической системы мира, которая не учитывает ту роль, которую государства с формирующимися рынками играют в мировой экономике. Важными шагами на этом пути стали реализация принятой на саммите в Уфе стратегии экономического развития БРИКС, создание нового банка развития и пула условных валютных резервов с общим капиталом в 200 миллиардов долларов. Это шаги, которые реально способствует модернизации глобальной архитектуры управления. Сегодня БРИКС – один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне, развитие культуры поиска взаимоприемлемых, компромиссных решений на основе деидеологизированных подходов, на основе многосторонности и на основе коллективной работы. БРИКС сегодня является эффективным механизмом стратегического взаимодействия, координации действий по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики. Все страны БРИКС привержены принципам неделимости безопасности, коллективным методам урегулирования споров, политическими и дипломатическими средствами, борьбе с терроризмом и другими угрозами с опорой на международное право и центральную роль Организации Объединенных Наций. Отталкиваясь от духовного фундамента традиционных ценностей пяти наших стран, мы углубляем гуманитарное измерение БРИКС, которое обогащает культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Уверен, что предстоящий в сентябре в городе Сямэнь 9-й саммит БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию партнерства наших стран, повышению эффективности общих усилий перед лицом общих для всех нас вызовов. Желаем китайским друзьям удачи при подготовке к саммиту, будем максимально содействовать обеспечению его результативности. Благодарю вас. Ваше уважаемое превосходительство, уважаемый министр Ван И, уважаемый министр...